В Армавире постоянно проводится акция «Кубань без наркотрафарета». Полицейские отслеживают и устраняют рекламу интернет-ресурсов, нанесенную на стены многоквартирных домов и другие строения. На таких надписях размещена информация, предлагающая приобретение опасного зелья либо совершение различных действий в сфере незаконного оборота наркотиков. В рамках данной акции проводятся рейдовые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к нанесению надписей, содержащих данные интернет-ресурсов, на которых осуществляется сбыт наркотических средств. Также совместно с администрацией муниципального образования города Армавир, с отделом по делам молодежи, с общественной организацией «Молодежный патруль» принимаются меры к уничтожению данных надписей путем закрашивания. В рамках операции «МАК» правоохранители выявляют очаги дикорастущих наркосодержащих растений и задерживают злоумышленников, которые занимаются их культивированием. В 2022 году отдел наркоконтроля Армавира изъял из незаконного оборота 2 килограмма 274 грамма наркотиков. Среди них большую часть составила марихуана. Также наркополицейские выявили распространителей амфетаминов, героина и других синтетических видов зелья. На территории муниципального образования город Армавир на постоянной основе проводится ряд акций, операций антинаркотического характера, таких как «Сообщи, где торгуют смертью». Данная операция носит профилактический характер, проводится традиционно в два этапа – весенний и осенний. Также проводится операция «Дети России», носящая также профилактический характер, в рамках которой проводятся встречи с учащимися образовательных учреждений города, проводятся рейдовые мероприятия в местах скопления молодежи в целях предупреждения правонарушений. Также проводится операция «Призывник» и операция «МАК». В Армавире в прошлом году зарегистрировано 225 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из них тяжких и особо тяжких – 145, связанных с хранением наркотиков – 112, сбытом наркотического зелья – 106, культивированием – 1. Также был закрыт наркопритон. Если граждане обнаружили надпись, содержащую данные интернет-ресурса, на котором, возможно, осуществляется сбыт наркотических средств, либо же стали свидетелями, очевидцами нанесения данных надписей на различные объекты, просьба сообщать по телефону дежурной части МВД России по городу Армавиру 32002. Марина Локтева, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.